Начинается программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии Олег Ткачев, директор Центра поддержки некоммерческих организаций, член Общественной палаты Кировской области. Добрый день, Олег. Добрый день. По традиции вначале напоминаю, что на сайте hakirova.ru есть аудио- и видеотрансляция нашего эфира. Кроме того, с помощью специальной формы вы можете задать вопрос гостю особого мнения. Вопросы есть, их несколько, по ходу передачи буду озвучивать. Ну а начать хочу вот с какой темы. 18 ноября, то есть на прошлой неделе, Общественная палата Кировской области презентовала в очередной раз, потому что первая презентация состоялась в рамках гражданского форума, если не ошибаюсь, презентовала портал обратной связи «Вместе Киров». И вот на этой презентации выяснилось, что вовсе даже не обязательно тем инициативам, которые размещены на этом сайте, набирать 5000 голосов для того, чтобы попасть на рассмотрение правительства Кировской области. Вот как выразился экс-уже секретарь Общественной палаты Кировской области Андрей Усенко, цитирую: «Если мы увидим, что какая-то инициатива набирает 1, 2 или 3 тысячи голосов, мы уже готовы в рабочем порядке взять ее на сопровождение и просигналить органам власти, что есть такая проблема, такой вопрос». Вы как оцениваете это заявление? Ну, это нормальное заявление. То есть, в принципе, зачем лишний... Поближе немножко микрофон. Зачем лишний формализм? То есть, да, 5000 голосов – это гарантированное обсуждение на правительстве вопроса. Но если тема действительно живая, горячая, и много людей подтвердили свою заинтересованность в решении этого вопроса, то почему бы его не обсудить там, в превентивном, так сказать, порядке? Но тут как-то смысл уменьшается вообще этого портала. Почему уменьшается? Нет? Наоборот, он увеличивается. Любой человек может на портале разместить свою инициативу, свое предложение и надеяться, что эта инициатива будет рассмотрена. То есть при 5000 голосах это гарантия того, что этот вопрос будет вынесен там, на заседание и будет обсужден правительством. Но вопрос может быть обсужден и там, какие-то действия предприняты значительно раньше. В общем, нормальная такая ситуация, да? Если что-то будет заметно, что действительно тема волнуется, то тогда уже как-то будет подключаться к этому действующая власть. А вот что заявил по данному поводу нынешний секретарь Общественной палаты Дмитрий Курдюмов. Кроме того, если какая-то инициатива наберет эти 5000, это в какой-то степени будет значить, что мы плохо работали. Я считаю, что мы должны вступить в работу гораздо раньше, и лучше бы ни одна инициатива не набрала этих самых 5000. Тоже понятная позиция. Позиция понятна, но я ее отношу более к такой к эмоциональному объяснению вот, нужности, важности того, что эти инициативы необходимо рассматривать до того, как они наберут критически важное там, количество голосов. То есть это, в принципе, это каждодневная рутинная работа. Сколько ваша инициатива набрала на данный момент? 16? Ой, ну, 16 голосов, там... я напомню, инициативу об установке так называемых корпоративных скульптур по видам арт-объектов, да? Да, голосов немного, но на данный момент там все инициативы, которые выставлены пока на этом портале, набрали там такое небольшое количество голосов. Угу. Ну, мы, кстати, с вами говорили, да, об этом за эфире, ведь за эфиром можно ведь искусственно вполне создать ситуацию на какие-то голосов. Ну, я считаю, что да, что вот на портале, который ведет подсчет голосов, отданных за ту или иную инициативу. Там, напомню, надо зарегистрироваться, ввести в том числе свой номер мобильного своего телефона. Я считаю, что вот процедура верификации должна быть более жесткая и сопоставимая с порталом госуслуг, чтобы... Если подсчет ведется каких-то голосов, то подсчитывать голоса только жителей Кировской области, реально проживающих, чтобы эти данные были действительно подтверждены. Потому что в данный момент, ну, зарегистрировавшись и подтвердив свой аккаунт по сотовому телефону, вполне могут за наши местные дела проголосовать там иногородние граждане, ну, кто угодно на самом деле. Хотим ли мы учитывать голоса всех, кто пожелает зарегистрироваться на этом портале там, со всей необъятной страны, или хотим учитывать мнение только жителей Кировской области, это вопрос. Вот. А если мы отвечаем на этот вопрос, что только лишь жители Кировской области, только по местным каким-то делам, в таком случае нам необходимо более жестко и более четко подходить к процедуре верификации.
То есть вот в существующей системе у вас такой нет стопроцентной уверенности, что этот портал будет полезен, эффективен? Вот полезен и эффективен он будет в любом случае. Вопрос, что можно сказать о любых результатах голосования, о любом подсчете голосов. Даже если это будет просто сайт, куда люди будут выкладывать свои инициативы, даже если без голосования, то это уже заслуживает большого внимания. То, что кто-то из обычных людей смог сформулировать там какие-то свои предложения и публично их озвучить. Таких механизмов у нас на самом деле не так много вот, из тех механизмов, которые власть готова там, на определенном ресурсе читать и воспринимать вот, публично поданные там, во весь голос там, какие-то инициативы. Ну, вы верите в то, что это все-таки портал без всевозможных ухищрений, накруток все-таки способен набрать определенное количество голосов для того, чтобы правительство обратило внимание? Я верю в то, что сотрудники правительства Кировской области там, на данный момент, и надеюсь, что это будет и в будущем, читают то, что те тексты, которые выкладывают жители на портале, читают инициативы и читают описание проблем. Я верю в то, что эта ситуация, она мониторится там, регулярно, и какие-то выводы будут делаться. Вопрос голосования, это я повторюсь, это другой вопрос, то есть верификация, это более уже такие строгие, это уже развитие проекта, как бы хотелось видеть в идеале. Я напомню, что на нашем сайте есть возможность задать вопрос гостю особого мнения, того, кто это особое мнение высказывает. Я напомню, что это Олег Ткачев, директор Центра поддержки некоммерческих организаций, член Общественной палаты Кировской области. Вот, кстати, один из вопросов, поступивших. Тут в качестве подписи задающего вопрос указан адрес электронной почты. Вопрос следующего характера. Я заметил, что у вас была неопределенная позиция по поводу, нужен ли нам в области закон об общественном контроле. Изменилась эта позиция? Все верно? Констатирует. Да. У меня была и есть такая позиция. На самом деле я считаю, что закон об общественном контроле нужен в том случае, когда есть что непосредственно регулировать, когда есть какие-то отношения, для которых требуется нормативная регуляция на уровне закона. Пока я не вижу там большой активности инициативных групп, там, некоммерческих организаций, там, просто гражданских инициатив там, в сфере контроля, чего не могло бы разрешиться с помощью прописанных в Конституции просто гражданских прав граждан. Запрашивать информацию о действии или бездействии органов государственной власти и местного самоуправления люди могут. Для этого есть документ нам позвали. Да, не только основной документ. Есть федеральное законодательство, есть специальный там, закон, регламентирующий, как подавать запрос на получение информации. Вопросы, там, какие-то вот, тонкости функционирования той или иной сферы. То есть есть регламенты. Есть различные федеральные законы и нормативы, утверждаемые в установленном порядке. Никто не мешает там, людям брать эту информацию и сравнивать с текущим положением дел и по итогам задавать вопросы вот, и настаивать на решении этих проблем. Это и есть, собственно говоря, функции контроля. Вот если при этих взаимоотношениях, при задаваемых вопросах будут возникать какие-то конфликтные ситуации и отказ действующих да, органов государственной власти и местного самоуправления заниматься этими проблемами, уже урегулированными в законодательстве, да, то тогда, наверное, требуются там, меры там, прокурорского реагирования, там, чего-то еще. Там, может быть, требуется определенная вот, регламентация правил, по которым инициативные группы могут вот, там, от чего имени выступать, как преподносить результаты там, своих попыток контроля. Но я повторюсь, на данный момент не так много вот таких попыток это сделать и воспользоваться уже существующими нормативами и существующим законодательством. Вот. Я не понимаю, какие именно конкретные нормы должны быть прописаны в региональном законе об общественном контроле. Вот я сейчас задаюсь вопросом, а неужели этого всего не знает наш президент?
Владимир Владимирович. Ведь именно он вносил на рассмотрение Госдумы этот законопроект об основах общественного контроля. Этот закон об основах общественного контроля, он именно об основах. То есть на федеральном уровне эту проблему решили таким образом. Они самим фактом внесения этого закона продекларировали такую возможность. То есть еще один очень прозрачный момент для активных граждан, что, ребята, есть такая возможность, занимайтесь. Вот более подробно там какие-то положения должны быть регламентированы и прописаны в регионах, если на уровне это, субъектов, да, на уровне субъектов, если это потребуется. Вот. Практика показывает, что вот для реальных организаций, которые там занимаются общественным контролем, вот, даже при отсутствии там регионального там закона, то есть возможность заниматься есть. Там, активные граждане, кто хочет, пишут запросы и получают ответы. Вот. Кто желает, с этими ответами работает дальше, пересылает их там в прокуратуру, куда угодно. Вот. И добивается изменения там текущей политики. Вот. Когда накопится критическая масса вот таких вот обращений и там появятся какие-то конфликтные ситуации, их надо будет регулировать. И, скорее всего, там устоявшуюся практику, устоявшуюся позитивную практику разрешения вопросов, вот тогда желательно ее описывать и формализовать в виде регионального закона. Пока практика не сложилась, я не знаю, что описывать, какие механизмы описывать. На самом деле, вот в этом вопросе, который я начал озвучивать с нашего сайта, есть еще один подвопрос, но я его чуть позже озвучу. Я сейчас хотел бы еще одного вопроса коснуться, тут близко к теме общественного контроля. В прошлый раз вы говорили об общественных советах при различных госструктурах. Где можно получить больше информации об их работе? У общественных советов нет ни сайтов, ни страничек в соцсетях. И это укрепляет убеждение в декоративности и бесполезности этих органов. Согласитесь с задающим вопросы, ставящим? Я соглашусь с тем, что вопросы возникают. Если вопрос состоит, ну, где можно найти информацию, то, ну, конечно, информацию можно найти на сайтах там этих официальных ведомств. Там, этих официальных ведомств. Там же просто список членов и все. Список членов. У некоторых выложено положение. На уровне там правительства Кировской области постановлением правительства принят типовое положение об общественных советах, которые работают при органах исполнительной власти, за которые отвечает там правительство области. Но есть еще и масса других общественных советов, там муниципальных, там при федеральных органах, о которых тоже была бы информация крайне полезна. Это действительно очень хорошая там мысль и хорошее предложение, собственно говоря, на одном ресурсе собрать всю информацию о действующих советах. И, наверное, мы эту идею обсудим и сделаем. Мы это на базе общественной палаты? Да, на базе общественной палаты. То есть сделаем или там подраздел на сайте, или отдельный ресурс, посоветуемся, как лучше. Денег это не стоит, то есть просто всю информацию о деятельности общественных советов свести в одно место. Ну а что касается декоративности и бесполезности этих органов? Насколько я понял вопрос, это создается впечатление ввиду... Укрепляет убеждение, да. Да, ввиду отсутствия информации. Да, ввиду отсутствия информации. Если вся информация будет предоставлена, я согласен, что эту информацию о деятельности общественных советов надо предоставлять, и эта информация должна быть открыта для любого интересующегося человека. И возвращаясь к вопросу, вернее, ко второй части вопроса, который озвучил я в первую очередь. Не считаете ли вы, что новый, третий состав Общественной палаты Кировской области стал консервативнее? Стал он консервативнее или нет, состав, покажет только... Это интересно под словом консервативность. Покажет что только работа там, этого созыва. Mm-hmm. То есть пока еще не было шанса там убедиться ни в том, что он консервативен, ни в том, что там он не консервативен. То есть мы еще пока... не так близко познакомились там с новыми членами. В консервативном смысле, возможно, там не будет каких-то обсуждений смелых идей, да, или что? Не знаю, что вкладывал человек в слово консервативный. Но я могу как бы предполагать, догадываться там, и трактовать с точки зрения там, того, как я понимаю там, слово консервативный. Наверное, да.
То есть смелость при внесении каких-то вопросов, при обсуждении, там, более открытое там, выражение там, собственного мнения. Не знаю. Все покажет только совместная работа. То есть в данный момент в общественной палате сформирован третий созыв. Люди очень разные, люди не похожие друг на друга. Это плюс? Ну, или минус по сравнению с предыдущим? С предыдущими составами? Времена меняются, то есть невозможно сравнивать там, эту эпоху с предыдущими эпохами. Там, в те времена были актуальны вот те вопросы и вот такие вот высказывания, реплики, там, какие-то демарши. Вот в эти времена становятся там, актуальными другие механизмы. Вот. То есть все познается и в сравнении. А как оно будет на практике, насколько это будет адекватно нынешнему времени, возможно ли будет решать вопросы через там, деятельность нового созыва, покажет только время. То есть нельзя сейчас с уверенностью сказать, буквально там, полмесяца прошло с того, как общественная палата там собралась на... Ну, почти месяц уже. Ну, почти месяц. С момента, ну, вот со дня формирования, да? Сейчас идут только заседания, первое заседание комиссии, где определяются руководители комиссии, там, повестка там, на год, там, планы работ комиссии там, верстаются. Пока еще невозможно сказать, насколько это будет красочно, продуктивно, насколько это понравится там, людям. То есть у людей одни ожидания... Вот. А практика складывается, будет складываться какая-то там такая, понравится это или нет людям, будем смотреть по итогу. Но в целом-то у третьего состава УПКО есть такой потенциал? Я думаю, потенциал есть всегда. Более заметным, значимым органом таким. Я думаю, потенциал есть всегда, потенциал для роста там, он колоссальный. Вот. Важно его понять, оценить, вот, поддержать. И надеюсь, что все получится. Я хотел бы сейчас перейти к другой теме, уже к теме прошедшего общероссийского гражданского форума под патронажем экс-министра финансов Алексея Кудрина. Прошел форум в субботу и воскресенье, то есть вчера и вчера. И вот многих удивило и возмутило, и не только присутствующих на этом форуме, но и слушателей, читателей, заявление нашего губернатора. Цитата буквально. Я не знаю, что произошло, но разошелся Никита Юрьевич. Заявил он, что на каждого фрика во власти приходится десяток фриков и дебилов в обществе. Надо поднять задницу и убираться в подъезде, а не критиковать власть. Неожиданным стало такое заявление от главы Кировской области. Почему неожиданным? Вот именно в такой форме что-то я не припомню, чтобы да Никита я думаю, Юрьевич что заявление делал. Никита Юрьевич за словом в карман не лез никогда. Вот. Все его там, фразы и формулировки, они достаточно там, эмоционально окрашены. И, в принципе, там, фразы строятся там, зачастую там, и на парадоксах, и на неожиданных каких-то там, будоражащих ум там, тезисах. Ну, давайте, по сути, прав он или не прав? Ну, по сути, он прав. Вот. Ничего такого супер, там, фантастического я вот в этой, ни в этой фразе, ни в этой подаче там, не вижу. Вот. Единственное, что хотелось бы вот, расставить точки над «и». Да, мы прекрасно понимаем, что люди, которые не имеют там, прямой, прагматичной там, мотивации в нашем потребительском, прагматичном там, мире, вот, они всегда становятся... Там, вот активные люди, которые что-то делают вот, в том мире, где каждый работает вроде как бы сам на себя, вот, они волей или неволей становятся там, белыми воронами. То есть это вариант девиации. Вот, это те самые фрики, вот, там, ну, дебилы не дебилы, но, по крайней мере, там, люди серьезно отличающиеся от обычного обывателя, ну, который ни во что не лезет, ни во что не вмешивается. Со своей спецификой. Ну, вот работа этих людей, собственно говоря, и тем они и ценны, то, что они задают неудобные вопросы. И они задают неудобные вопросы людям, которые профессионально занимаются... Вы имеете в виду представителей общества, да? Представители общества – это люди, задающие вопросы и пытающиеся найти варианты решения этих вопросов, но со своей стороны, как непрофессионалы, как люди из общества.
Они задают вопросы не кому попало, а власти, то есть людям, профессионально работающих в структуре управления государством. И если там со стороны общества я допускаю, что как бы нас можно всех называть там фриками и кем угодно, там, то тезис про то, что фриков и кого-то там еще во власти всего лишь там в 10 раз меньше, меня удивляют. То есть хотелось бы, чтобы во власти... Это слава губернатора, да. Ну, хотелось бы, чтобы во власти все-таки там и власть сама к себе относилась там более серьезно, более профессионально. Хотелось бы, чтобы фриков там не работал. Это мы можем себе позволить. Во власти такие персонажи недопустимы. Ну, хотелось бы уважать нашу власть и считать, что она умна и знает, что делает. Вот. Не всегда вот, это так кажется, глядя со стороны, вот. Но, по крайней мере, хотелось бы стремиться к тому, чтобы это было так. А вот еще журналист Светлана Сорокина упрекнула губернатора в том, что не успел он, точнее, успел уже посидеть несколько лет во власти, как и риторика резко изменилась. Либералы имеют в виду госпожа Сорокина, а тут вот такие заявления делать. Действительно, перемены налицо? Ну, перемены, они есть всегда. То есть, наоборот, было бы странно, если бы человек, который достаточно много и профессионально работающий там, с разными субъектами, там, не изменялся во времени, то есть не изменялся вместе с этим временем, вместе с обществом. То есть было бы странно, если бы там Никита Юрьевич как застыл там во времена там оппозиционной деятельности, так ни на шаг не продвинулся. А зачем бы нам тогда нужен был такой негибкий и там неадаптивный там руководитель? Все вопрос ведь как бы не вот в степени удивления, что, что вот изменилось, а вопрос в векторе. Векторе изменений. Да, я прекрасно понимаю, от чего и почему могла измениться риторика. Личное мнение губернатора. Да, я понимаю его разочарование многими процессами, которые он там видит там, и в обществе. С чего он начинал, да, с деятельности? Ну да, да. Я понимаю, что много как бы прекрасных иллюзий разрушилось, когда узнал много подробностей о том, как действительно там функционирует там система управления, и когда сам взял там рычаги там управления в свои руки. Вот. Ну, что тут можно сказать? Ну, это... Риторика изменилась, ну, человек изменился. Но это все-таки измена или не измена своим каким-то изначальным убеждением, стремлением? Пониманию, не знаю, картины мира. Я не был знаком с Никитой Юрьевичем там раньше. Вот, я не могу судить, там изменил он своим там идеалом и убеждением, или не изменил он своим идеалом и убеждением, а то, что как бы декларирует сейчас, это было в нем всегда. Вот, то есть какие-то тактические там варианты поведения там на публике, да, у него меняются, там, меняются существенно. Да, он говорит больше о других вещах, эти вещи менее понятны простому человеку, то есть простому человеку, которому нужно объяснять там, на пальцах, что называется. Ну, на пальцах, на бытовых примерах. Я напомню, что это особое мнение Олега Ткачева. Сейчас у нас традиционный перерыв рекламы, вернее, в середине часа. Полторы минуты, и мы вернемся. Следуем дальше. Напомню, что беседуем мы с Олегом Ткачевым, директором Центра поддержки некоммерческих организаций, членом общественной палаты Кировской области. На сайте kirova.ru есть форма для того, чтобы вы смогли задать вопрос гостю особого мнения. Еще один вопрос как раз таки. Олег, вы рассказывали о получении кировскими НКО кремлевских грантов. Не считаете ли вы неправильным брать деньги государства, которое уничтожает независимую общественную активность? Или просто нет выбора? Вот такой вопрос. Вопрос интересный, мы постоянно думаем, в том числе и... Постоянно терзаетесь, да? Да, постоянно терзаемся там, этими же вопросами. Вот. У меня сложилось за годы работы с некоммерческими организациями такое убеждение. Лично ваше? Да, лично мое. Деятельность некоммерческой организации, созданной самими гражданами для удовлетворения там собственных там социальных, культурных там, иных там потребностей,
она должна обеспечиваться ресурсами. Вот. Откуда эти ресурсы брать? Вот. И мое личное убеждение состоит в том, что доля ресурсов, которые в бюджете организации, которые получаются со стороны государства, она должна быть не более там, 1/3. Вот. Это позволит там, большую финансовую устойчивость самой организации и ориентацию не только на удовлетворение запроса там, государства, но и на удовлетворение запросов там, иных ресурсодателей. Кто может быть такая этим... более-менее независимость? Да, такая, да, 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 да. То есть на трех ногах там, стоять намного удобнее, чем на одной. Да, это и надежнее. Да, это и надежнее. Собственно говоря, и кто, вот, а где взять и какие могут быть другие ресурсы? Ну, прежде всего, это сотрудничество в любом виде с коммерческими организациями, с коммерческим сектором напрямую, вот, без участия государства, то есть горизонтальная связь. Вот. И там третья нога вот, – это участие самих граждан. Там, в виде благотворительных пожертвований, там, в виде там, членских взносов, в виде какой-то оплаты там, полной или частичной там, услуг организации и так далее. То есть сами граждане плюс сотрудничество с бизнесом и, возможно, если необходимо, если это уместно, то работа с государством. То есть в последнюю очередь получается все-таки? Я бы поставил это в последнюю, очередь. Да. Мы думаем, мы пытаемся там и в своей организации, и пытаемся другие организации консультировать, чтобы вот долю негосударственных поступлений там, увеличить, там, долю не связанных с влиянием государства. Вот. Но тенденции вот, нашей государственной политики в том, что денег выделяется очень много, вот, и в принципе... Те, кто желают получить и особенно в этом упорствуют, там, ну, какие-то бюджетные деньги, да, они, в принципе, имеют такую возможность там, получить бюджетные деньги. Вот. Когда организация останавливается на этом и говорит, все, нам достаточно, на этом мы остановимся, нам достаточно работать только с бюджетом, только с государственными органами. Таких большинство или меньшинство? Среди вот таких не большинство. То есть это достаточно мощная там, тема, вот, и она достаточно мощно прокачивается со стороны федерального верха, то есть и культивируются там, различные конкурсы, грантовые, там, распределение субсидий, и когда говорится о господдержке, говорится в первую очередь о выделении денег. И крайне мало говорится о господдержке, там, развитии инфраструктуры, когда бы... Организации могли бы сами напрямую где-то взять денег из негосударственных источников, если бы сложились там, определенные обстоятельства, там, допустим, там, благоприятная налоговая политика там, для организаций бизнеса, которые могут жертвовать. Даже не в том, чтобы там, что-то льготировалось, а в том, чтобы налоговое следом не приходило в те организации сразу же автоматически, которые, не устраивало бы. Да, которые жертвуют что-то там по собственному решению, не согласовав это с властью. Вот, ну, такие вот варианты. Когда бы не перетряхивали там, всех людей, которые сбрасывали на Яндекс.Кошелек, там, некоммерческим организациям, какие-то пожертвования. Сумма-то ограничена, да, зависит сейчас? Да, нет, это самое. Вот, по поводу ограничения сумм, я думаю, это несущественно. Вопрос в том, что мы живем в нашем государстве, вот, где в режиме ручного управления там очень яркие, очень видны там, примеры, когда люди через Яндекс.Кошелек, допустим, пожертвовали какой-то организации, да, а потом к ним приходят там, и начинают задавать вопросы, а вы точно туда жертвовали, а вот вам никакого отката не предлагали, то есть а у нас тут проверка как бы по фактам, вот, а вот, ну и так далее, и так далее. Разумеется, это называется надавать по рукам вот, всем тем, кто пытается альтернативно в обход государства что-то там финансировать. Вот, и вот получается такая вот система, когда остается только одно окно, и оно государственное. Вы говорите о том, что государство как-то продолжит узурпировать как раз-таки, подгонять под себя, я думаю, это право, кому-то давать. Я думаю, что вот мой прогноз,
в том, что государство продолжит завинчивать там гаечки, вот, и постарается ставить все под свой контроль. Но это совершенно не значит, что нужно обрывать все связи с государством. То есть и ни в коем случае не брать у него денег. Тут вопрос уместности. Если некоммерческая организация желает сделать там какую-то конкретную, там, совершенно конкретную пользу там, для своих клиентских групп, то оно может там, воспользоваться ресурсами и государства, и негосударственных источников. Просто негосударственные источники ищутся там, на порядок сложнее, чем государственные. Вот это печально. Остается у нас не так много времени. Я хотел бы узнать ваше мнение по одной из самых актуальных проблем последнего времени, я имею в виду вообще федеральный характер. Это введение с 15 ноября этого года платы для грузовиков массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным трассам. Все мы прекрасно знаем, что проходят повсеместно акции протеста по всей стране. Дальнобойщики, грузоперевозчики протестуют. И есть уже некий эффект буквально на... Накануне введения этой платы было принято решение о снижении в два раза сбора, рубль 53 до конца марта. Принято было решение о том, что в течение определенного периода не будут взиматься штрафы за неоплаченный проезд. Насколько, на ваш взгляд, серьезная ситуация разгорелась, и не считаете ли вы, что государство очень даже такую специфическую отрасль затронуло и может аукнуться серьезно? Ну, вообще вся эта история, она там действительно очень странная. Мы читали и инициативу, для чего это и как, да, действительно. Что это якобы бред серьезный. Это действительно дорогам, бред серьезный, дорогам, там, все, вот это, все это как бы очень просто и логично. Там действительно, кто пользуется и кто разбивает дороги, по идее, должен как бы платить за восстановление этих дорог. Но есть масса тонкостей, вот, которые как бы сразу вспоминают те профессионалы, которые там этим занимаются. Вот сам принцип, да, он хорош. Вот, а вопрос реализации вот этого принципа, когда вдруг там создаются решения, когда вдруг там, можно сказать, там частные организации поручаются следить за поступлениями там федеральных. Ну, не только следить, бюджет, а собирать уж напрямую с помощью этой следить, системы платон. Собирать, да. Сразу возникает куча вопросов. Почему они? Вот, а почему именно в таком виде? А начинаем как бы рыть глубже, из чего эта система должна там состоять. Вот, а готовы ли все к введению этой системы прямо сейчас, вот, когда там объявляется. Вот, мы видим, что решения непрозрачные, непонятные, инфраструктуры нет. Как взиматься будет, а контроль за тем, что взимается, и контроль за теми, кто взимает, вот, совершенно непонятно. И пойдут ли эти деньги там действительно там, на там, реконструкцию и строительство дороги или куда-то еще, ну кто может дать гарантии, пока непонятно. Государство почему-то там свои прямые функции передоверило там частной компании, где мы снова видим там... Которые 10 миллиардов за свои хлопоты. Да, да, более известные фамилии, вот, и так людей, облеченных там и властью, и деньгами, там, и плюс вместо того, чтобы они платили, вот, так еще и им за эту работу, за то, что они эти деньги собирают у себя, аккумулируют, еще и им платятся там колоссальные средства. То есть, на ваш взгляд, лучше бы этим государство все-таки занималось полностью, без привлечения частных капиталов? Я не против там, каких-то вариантов аутсорсинга. Просто такая глобальная система, вводимая там, про такие денежные обороты, да, она должна быть прозрачной, она должна быть понятной. То есть, и прежде чем вводить, то есть в любом случае такую колоссальную систему необходимо вводить поэтапно. Вот. То есть
объяснить, что до такого-то числа, такого-то месяца будут установлены там рамочки контрольные, там, угу. до такого-то числа там будут установлены там на все большегрузные там автомобили там эти датчики. Вот эти приборы, да? Да, эти приборы. И каким, да, и каким образом, чтобы было объяснено, кто будет ставить, за чей счет, каким образом получить там владельцу частного там автомобиля там эти приборы, сколько это будет стоить, чтобы это не было там еще раз одной дополнительной нагрузкой на предпринимательскую деятельность. Вот это же все непонятно. Вот. Это все непонятно, и я понимаю возмущение там людей, задействованных в этом бизнесе. Вот. По непрозрачным правилам государство хочет получить от этого сектора экономики дополнительно там сколько, 50 миллиардов? 50 миллиардов в год. Вот. Да. Ну, это достаточно колоссальная нагрузка по непонятным правилам. Mm-hmm. Вот. И преимущество, которое получит государство в итоге, а в итоге ну, мы все, как потребители услуг государства, там, ну, очень неочевидно. Mm-hmm. Вот. Я не могу с уверенностью сказать, что как бы, вся эта система там, через год там, реально принесет улучшение дорог там, в Кировской области, там хотя бы те федеральные трассы, по которым ездят эти грузовики. Ну, она садная федеральная трасса, территория региона. Да, я не могу сказать, что там действительно эти деньги пойдут как бы, вот на это, и там, в течение года там, начнется там, реконструкция, там, развитие там, там, дорожного полотна. Я не уверен. Как вы думаете, возымеет ли какой-то эффект положительный для грузоперевозчиков вот эти самые все массовые акции протеста? Я думаю, что по массовости я что-то не припомню, когда-либо такое было в истории современной России. Я думаю, что какой-то эффект это произведет, но вопрос какой. Вот. Для меня, допустим, одним из индикаторов там, является там, определенный заговор молчания на федеральных каналах этой темы. То есть практически обсуждается все это в интернетах, но если это будет только лишь обсуждение в интернетах и какие-то факты выхода людей на улицы, которые, опять же, будут замолчены, вот, то это может пройти незаметно, как и масса других там, каких-то возмутительных случаев, которые мы, о которых мы читали. В общем, огласке нужно придавать это все с помощью основных, так сказать, да? Ну да. Средств массовой информации, к коим относится федеральный телеканал. Да. Завершается, кстати, время наше, без 15:02 на часах. Я благодарю за беседу Олега Ткачева, директора Центра поддержки некоммерческих организаций, члена Общественной палаты Кировской области. Всего доброго. Спасибо. До свидания.